Это вот была их первая линия обороны. Вот она находится вот впереди меня. Это их вот такой, как бы так сказать, эвакуационный окоп. Ну, не получилось у них немножко эвакуацию до конца сделать. Тут они и остались в этом окопе. Находимся сейчас в центре Майорска, в пятиэтажном здании. Там прямо от нас депо находится. Вон сзади нас там садик находится. Штурмовали, естественно, с разных направлений. Третий батальон совместно там с другими батальонами штурмовали майор. В общей сложности занял весь полностью освобождение всего Майорска где-то около 3 недель. Есть у них и натовское оружие, большинство гранатометы натовские, автоматы есть у них, ну, там оружие огнестрельное, есть всякое разное, в принципе. Большинство снайперских винтовок у них есть, то есть заграничные, находили и американские, и находили именно натовские, находили, ну, то есть всякое разное. Ну, Майорск, почему важно, то есть развилка дорог. То есть у нас, если вот прямо вот как я стою, у меня с левой стороны сейчас находится Дзержинск, а с правой стороны находится Артемовск. То есть у нас трасса, ну, тут эта трасса проходит Дзержинск-Артемовск. То есть вот, ну, для этого нам немножко было важно, чтобы забрать этот город. Это был раньше детский садик. То есть они там под лестничными проемами не жили. Ну и в самом садике они проживали там. Здесь они проживали. Может даже здесь у них был как бы там склад боеприпасов. Вот там ящики лежат под боеприпасы. В руках находится американская граната. То есть производство это Америка. Трофеи у нас вот такие вот. Достаточно, да, то есть много они оставляют таких нам подарков. Ну и от этих же подарков, естественно, они бывают и страдают. Ну, не бывают, страдают они от этих подарков. Все для них, их не имеют. Да, то, что оставляют они нам, мы возвращаем все обратно. Это у них раньше был таможенный пункт, то есть когда можно было ездить на Украину, с Украины в Донецкую Народную Республику, то есть у них здесь осуществлялся, ну, то есть контрольно-пропускной пункт. Ну, как видите сами, все, что от него осталось, вот, туда дорога уходит у нас на Артемовск, вот прямо, когда рукой показываю, там Артемовск, ну, а туда чуть-чуть дальше, там Одержинск. Тут у них штаб был, вот здесь, они тут ковались. Частенько, ну, стрессовали. Артиллеристы навелись, нанесли поражение. Ну, вот все, что от него осталось, молодцы. Артиллерия у нас самая лучшая. Вот эта дорога на Артемовск идет через их блокпост, пост ГАИ, и на Артемовск пошла. Там вот что дальше, левее. Курдюмовка, Озеряновка. А дороги влево. Она потом заворачивает вправо, эта дорога и пошла. Сейчас стараемся. То есть освобождаем трассу еще туда, в сторону Дзержинска. Ну а там дальше действия, естественно, будем двигаться, двигаться вперед. Ни шагу назад, только вперед.